Ну что, ребята? Кино снимаешь? Я даю интервью. Давай, брат, рассказывай, как там каста? Как вам каста? Каста нормальные, пацаны. Особенно хорошо было бы, если бы они ездили первым составом, а то эти дублеры, мы их уже в Питере 100 раз видели. Ну, надоели. Хоть, ну, посмотреть, вот как в натуре выглядит этот Шим, вот этот, ну, вот Влади, вот этот, здоровый, вот, наверное, раскачанный, вот этот Хамиль. Ведь настоящий ж Влади не такой. Да, это Шим, на самом деле, он раскачанный такой, мастер спорта по боксу. Как вам Питер-то вообще? Всегда приезжаем с удовольствием. Летом нравится приезжать вообще, очень нравится. Много людей приходят на концерты, они знают песни. Все это здорово. Ну, а экстриме? Ну, наш экстрим, поездки. Надо витамины пить, чтобы, ну, держать себя в тонусе. Потому что каждый, ну, там, не каждый день, но часто концерты. И, в общем, это наш экстрим. То есть выжить в условиях жизни табором, цыганской жизни, значит, поезда, вокзалы, залы ожидания, автобусы, микроавтобусы, гостиницы, холлы, рестораны, бары, кафе, значит, чьи-то хаты, какие-то лестничные клетки, значит, ну вот все это наш экстрим. Ну, а все-таки ребята, которые вы путешествуете с этой Урбанией, уже сколько, несколько городов? Несколько веков подряд. Ну, вы видели наверняка, которые ребята делают шоу, как вам они? Как вам? Они из раза в раз, эти пацаны, повторяют точную копию своего предыдущего выступления. Практика, ну, основное искусство состоит в том, чтобы не отступить ни на долю. То есть это из раза в раз каждую субботу происходит, ну, точно так же, как было в прошлую. И даже мы выработали в себе это мастерство. Мы можем даже под одну и ту же песню прочитать каждую субботу одни и те же слова уже. Например? Ну, мы берем это на улицах и несем сюда, мы читали в прошлую субботу, а в эту субботу мы зачитали. Мы берем это на улицах и несем сюда. Отлично. А еще вопрос. Ну, когда вы собираетесь, может быть, выйти на мировую сцену, английские тексты, там, что-нибудь нереальное? Мы решили читать на латышском. Мы решили не читать никогда на английском. Мы будем читать на латышском теперь. Мы теперь будем читать. Аурас газбас лакис дис кастах у кастану. А вообще о хип-хопе, как вы думаете, что у нас сейчас в хип-хопе, как в индустрии хип-хопа в России? Ну, на каком уровне? Хип-хоп это рэп, да? Рэп, это вот банда, да, вот это вот Децл. Ну да, там, Жорик. Серега, Жорик. Ты знаешь. Жорик уже не Жорик, он уже Георгий. Ты знаешь, ну вот такой рэп мне не нравится. Тому, я думаю, и надо выходить на мировой уровень, чтобы, на самом деле, с людьми, которые уже давно этим занимаются, американцы, я думаю, вы ездили уже, да, уже в Америку? Нет. Нет в планах? Есть. Ну, на латышском только, я уже говорил. Там много латышей, будет вся тема. Для латышской эмиграции специально. Всем нашим латышским пацанам и девчонкам посвящается. Большое вам спасибо, за то, что вы вообще поддерживаете экстрим. Ну и пару слов просто для фанатов экстрима и хип-хопа. Не убейтесь, пацаны, не убейтесь, главное. И девчонки. Берегите себя. Берегите. Это же... Не, в натуре, это же все для здоровья. По-латышски. Главное, чтобы, как говорят в Латвии, инкаускас, узгускас, таскас.